День добрый, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Шевченков, я актер. В добрый путь. Вот сейчас подъезд, отъезд, и может там какую-нибудь там через лес едете тоже. Надо много проездов, потому что очень много закадрового текста. Его надо тоже чем-то, ну, каким-то движением, каким-то видео, понимаешь? Угу. Ты слушаешь, что я тебе говорю? Я потом посмотрю, послушаю, да? Потому что формат комикс, он требует очень внятного и четкого объяснения. Более того, даже иногда несколько раз. Поэтому, когда идет закадровый текст, а он здесь необходим для этого жанра, то картинку надо насыщать чем-то, чтобы этот закадровый текст у нас не был пустым. Ну, чтобы эта информация у нас принималась на какой-то картинке. Зачем я это говорю? Я не знаю. Наверное, ты пытаешься чего-то кому-то, как-то чего-то донести. Да. Есть уже просто чем делиться, хочется делиться. Вот я делюсь. Пока, правда, не с кем. Делюсь, вот сам себе рассказываю что-то. Может, какой-нибудь слушатель придет где-нибудь, пока не пришел. Может, придет какой-нибудь, сядет сейчас. Скажет, расскажите что-нибудь, как вот вы снимаете кино. Это, наверное, очень тяжелая профессия. Да, это очень тяжелая профессия. А как вы справляетесь? Я не справляюсь. Не знаю, я просто не знаю, как. Какие силы я вношу это все. А? Извините, пожалуйста. Ау, я уже как разговариваю. Ну что, даже не звонил ты? Пошли, 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 пошли сюда. Потом один оттуда, с центра, прям в поле не поеду, прям ты видал. Потом вот там. Ну ладно, что получится, что будет, то будет. А ну-ка вот так вот через дым, вот попробуй меня поснимать, сейчас посмотрим. А я, кстати, сняла и... там тебя через дым. Через меня вот, если дым не бери, ну в смысле банку. Вот сейчас идет дым, да, но там сзади тебя фигня зеленая. Это сейчас мы пробуем дым просто, как он смотрит. А-а-а. Что, посмотрите, я сейчас хочу через дым снимать, потому что на все поле у нас не хватит его ни хера. Отсюда, когда они уезжают, и там ты говоришь, а что будет интересно, если мне в глаза посмотреть? Ты думаешь, мы успеем по времени все? Да должны. Ну что, может это, кофейку погнать, купить? Это сейчас говорю к тому, что ну жалко уже оставлять вообще работу. Поэтому, а дальше уж как судьба херовая. Нет, я в тебе верю. У нас должно все получиться. Знаешь, я тоже в себя верю. Вот жизнь, блядь, хуя знает, верит она в тебя, не верит, сука. Это будет классно. Это ему неудобно. И когда актер проходит все вот эти монтажные вещи, еще, он, конечно же, уже очень многое понимает. А опять же, есть такие моменты, когда выйти надо к той точке, сказать там фразу, выйти вот сюда, на эту точку, выйти, свет почувствовал, сказал фразу сюда, потом вернулся здесь и добавил фразу. То есть, ну, как бы есть технические вещи, которые мешают тоже существовать, ну, как бы, реально. Вот туда. И уйдет туда. Хорошо, мам, хорошо. Ну, да не надо было вообще ничего брать. Что тут? Да все хорошо, нормально. Да? Да.